30 апреля. Память священномученика Феодора Недосекина, священника. Федор Георгиевич Недосекин родился в 1889 году в селе Новоселке Смоленской губернии в семье диакона. Он окончил учительскую семинарию и много лет работал учителем, а затем окружным инспектором школ. Федор Георгиевич всеми силами старался поднять культурный уровень местных жителей. Он организовал при школе читальню, составил библиотеку, учил грамоте взрослых, устраивал экскурсии для детей, организовал в деревне хор. В 1921 году Федор Георгиевич был рукоположен в сан диакона, а в 1922 во священника к Веденскому храму села Семеновское Гжатского уезда. В 1930 году за неуплату налога арестован и отправлен в Камскую исправительно-трудовую колонию номер 2. Все имущество и дом было отобрано. После освобождения батюшка переехал с семьей в Донбасс и вместе со старшим сыном стал работать шахтером. Позднее его перевели служить в храм Казанской иконы Божьей Матери села Иванисово Ногинского района. Прихожане полюбили батюшку за нестяжание, ревностное служение и проповеди. 26 октября 1937 года отец Феодор был арестован и отправлен в Ногинскую тюрьму. Его обвинили в контрреволюционной антисоветской деятельности. В ноябре 1937 года тройка НКВД приговорила батюшку к 10 годам исправительно-трудовых лагерей. Он был отправлен на строительство Беломорканала, а затем переведен в Онежский лагерь Архангельской области. Священномученик Феодор Недосекин скончался 30 апреля 1942 года в лагере и был погребен в безвестной могиле.